Дорогие женщины, поздравляю вас с прекрасным праздником весны, красоты и любви, днем 8 марта. Вы делаете нашу жизнь прекраснее, а мир добрее. Именно вы окружаете близких людей любовью и вниманием, дарите им покой и счастье. Своей активностью и успехами на работе и дома, в общественной жизни вы побуждаете нас, мужчин, постоянно двигаться вперед и помогаете добиваться высоких результатов в сложных делах. Вы, милые женщины, на своих хрупких плечах несете основную тяжесть житейских забот. С мужеством преодолеваете все жизненные невзгоды. Вы поддерживаете нас в трудные минуты и остаетесь при этом самыми красивыми и очаровательными. В этот прекрасный день хочу пожелать вам яркого весеннего солнца, крепкого здоровья, молодости и красоты, добрых перемен в жизни, благополучия и любви.